Открытие первенства города-курорта по плаванию в этом году для воспитанников Виктории было особенно волнительным. У бассейна собрались начинающие пловцы, опытные спортсмены и тренеры, чтобы поприветствовать почетного гостя. Виктор Михайлович Мищенко – ветеран Великой Отечественной войны. В 16 лет был призван на фронт, прошел боевое крещение под Сталинградом, а после учился на минера в Грузии. Лично обезвредил 225 мин и снарядов и был приставлен к медали за боевые заслуги. Сегодня мы своими стартами на первенство города отмечаем эту великую дату. Я желаю вам всем показать свои самые лучшие результаты, проявить тот боевой характер, то мужество, которое проявили наши ветераны в Великой Отечественной войне. 76 лет прошло с того дня, когда гремели последние залпы орудий. 76 лет мы живем счастливой, свободной жизнью. И это нам дали мы. Это дали мы, участники Великой Отечественной войны. Я желаю вам в этот день, в день 76-летия, победы над фашистской Германией, больших успехов в спорте. Ежегодно в детско-юношеской спортивной школе «Виктория» проходят состязания по плаванию, приуроченные к Дню Великой Победы. Для Виктора Михайловича 9 мая – это двойной праздник, ведь в это воскресенье ветеран отметит юбилей – 95 лет. За то, что вы до сих пор с нами, за то, что вы сделали в годы Великой Отечественной войны. И я хочу выразить вам благодарность, огромную благодарность от всех наших детей и сказать, что вы воевали не зря. Посмотрите, сколько у нас спортсменов, у нас замечательные дети. А всего в школе обучается более 1000 человек. По словам Виктора Михайловича, самый драгоценный подарок – видеть счастливые лица детей и молодежи, увлекающиеся спортом. В первенстве города-курорта по плаванию примут участие более 400 человек. Состязания проходят в течение 3 дней, а имена победителей станут известны уже завтра. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион.